Сейчас продолжаем тему Кяку-Хами Кататадори и рассмотрим еще один вариант Кунфунаги. Медленно разбираем. Даем партнеру руку. Теперь следующим движением обязательно делаем копию. Две руки делают копию. И на копию втягиваемся в партнеру. Ногу ставят максимально близко к ударной ноге. Обращайте внимание, что ваша задача шагнуть не около него, когда еще не получится, а смещаться к партнеру. При этом одна рука вытягивает его, другая рука, которая через отрепим загружает партнера. Теперь смотрите, одна нога уходит на колено, и другая на колено. Если вы останетесь рядом с партнером, то партнер имеет право на вас повиснуть, что-то начать делать. Поэтому вам нельзя давать повода и шансы партнеру на вас повисать. Задача. Вы сначала как бы начинаете расширяться, и в этом расширенном состоянии начинаете подходить партнеру. Сузитесь. Но игры, расширение и сужение, это уже игры больше с вашим сознанием. Это чуть другая тема, она более интересная. А сейчас работаем классику еще раз. Копию. Вход. Кокенаги, еще одна форма.